Последняя 23-я партия матча 1909 года между американским шахматистом Фрэнком Джеймсом Маршаллом и будущим третьим чемпионом мира Хосе Раулем Капабланкой. Матч проходил с апреля по июнь 1909 года в разных городах США. Американский шахматист Фрэнк Джеймс Маршалл сдался после 49-го хода партии, так как белым грозит мат через несколько ходов. Регламент матча был до восьми побед. В 23-й партии Хосе Раулька Пабланка одержал как раз восьмую победу и выиграл матч с разгромным счетом 8 побед, одно поражение и 14 ничьих.